Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры. И сегодня мы начинаем, может быть, мы успели на прошлом уроке прочесть начало книги, шестой главы. Но сейчас мы ее, к ней приступим основательно. Возьмемся за нее основательно. Окончание пятой главы. Пятая глава рассказывала нам о том, как Татнай и прочие главы представители администрации персидских властей пришли с вопросом, почему евреи вдруг строят, возобновили строительство храма. И евреи отвечают, главы тех, кто заведовал строительством, возведением второго храма, говорят, у вас есть проблемы, пожалуйста, пошлите властям запрос, и вы убедитесь в том, что у нас есть разрешение, а тот запрет, который, на основании которого стройка была заморожена в течение 18 лет, он, в принципе, не имеет отношения к нам. И мы строим на основании того разрешения, которое дано было нам корешем много лет назад. И действительно был послан запрос. И несмотря на то, что, как поясняют комментаторы, была попытка уничтожить эти документы, но в персидских архивах были найдены какие-то или перепечатки, или какие-то копии того разрешения Кореша. Сказано так. Давайте прочтем. Тогда, глава 6. Тогда царь Дарьявыш отдал повеление и проверили в книгохранилище, где хранили сокровища, там, в Бавеле. То есть в самой Персии это уже не находилось, а нашли эту памятку в Вавилоне, там, собственно, откуда и все и начиналось. И найден был в кожаном мешке во дворце, что в стране Мадай, один свиток, а в нем написано так, памятка. В первый год царствования царя Кореша отдал царь Кореш повеление, да будет отстроен храм Божий и в Иерусалиме, дом, место, где приносят жертвы, а основы его да будут прочными, высота его 60 локтей, вдвое больше, чем у первого храма. Ширина его 60 локтей. Ширина его, да и высота, все было крупнее, и жертвенник, мы об этом говорили. Три ряда больших камней, а три ряда из дерева, а расходы да будут выданы из царского дома. А также утварь золотую и серебряную из дома Божьего, которую Навуходнецар вынес из храма, что в Иерусалиме, и привез в Бавель, пусть будет возвращена и доставлена в храм, что в Иерусалиме, на свое место и положено будет в доме Божьем. А ныне Татнай, а вот теперь... Значит так, это мы сейчас зачитывали памятку, то есть тот документ или копию того документа, который был той декларации, которую издал Кореш. И вот теперь... добавление, указание от Дарьявыша II. А ныне Татнай, наместник Заречья, Шетар Базнай и сообщники их, смотрите, как он их уже однозначно называет таким словом отрицательным. А сообщники, как правило, это люди, которые замыслили, затеяли что-то неладное. Вот он их уже дает им определение. И сообщники их, а Фарсехи, Заречья, прочь оттуда. Дайте работать над этим храмом Божьим, пусть наместники иудейские и старейшины иудеев строят этот дом Божий на месте его. А мною дано повеление, что должны делать вы для этих старейшин иудейских для отстройки этого храма Божьего. И вот повеление мое к вам. Из имущества царского, из налогов Заречья, пусть тотчас будет... Тут пусть тотчас же выдано будет этим людям на расходы, чтобы не была прекращена работа. То есть они еще и себе на голову накликали беду. Ну, для нас это была радость и счастье. А их теперь заставят. То есть теперь деньги будут приходить не из центральной казны, а им деньги только будут идти. Все необходимые нужды на строительство, все расходы будут взиматься. Деньги будут идти из казны именно Заречья. И то, что им нужно, и быков, и баранов, и ягнят для всесожжения Богу Небесному, зерно, соль, вино и масло по указанию священникам, что в Иерусалиме, пусть выдается им ежедневно без упущений, дабы приносили они жертвы, приятные Богу Небесному, и молились о жизни царя и сыновей его.
«И мною дан приказ, что у всякого, кто изменит это повеление, вынуто будет бревно из дома его, и сам он будет поднят и повешен на нем, а дом его будет превращен за это в руины». Понятно, что дом будет превращен в руины, потому что центральное бревно, когда его вытаскивали, то вся крыша падала. Но если еще оставались стены, да, то их сжечь, если нельзя было, то можно было еще и разрушить. Напоминает нам это бревно, то бревно, на котором был повешен Аман. Есть источники, которые говорят, что Аман хотел повесить... Откуда взял Аман то 25-метровое бревно, ведь такие деревья не так легко найти, дерево такой высоты. И там, в Мегилат Эстер, объясняют комментаторы, что у Амана был один из его сыновей, тех сыновей, который был повешен, из 10 сыновей, потому что у Амана было есть в Талмуде несколько мнений, что у него еще было 70 сыновей, у него было 130 сыновей, и Всевышний оставил, если то мнение очень хорошо подходит к толкованию и пророчеству Ханы, которая во второй главе книги Шмуэля, после того, как она получает сына Шмуэля, будущего великого пророка, одного из величайших пророков народа Израиля, она возносит песни Всевышнему, особый гимн, которых всего в мире будет 10, уже сказаны 9, и 10 будет сказан, когда Галуйот, когда все диаспоры из изгнания вернутся в Эрец-Исраэль, и они вознесут, тогда они вознесут песнь Всевышнему, особую песнь. И вот одна из этих песней, из 10 великих гимнов, сказанных великими представителями народа Израиля, это песнь Ханы. И Хана в одном из стихов, там всего 9 стихов, оттуда учит очень много интересных вещей. Смотрите наши уроки на пророка Шмуэля. На вторую главу в самом начале говорит Хана в одном из стихов этой песни «Свиим балехем искару». «Свиим» – сытые. Будут наниматься за копейки, чтобы купить, да, буквально идти на черные работы, для того, чтобы денег хватило только на еду, только на хлеб. Говорит Талмуд, не читай «свиим», а читай «шивим». То есть, если без огласовок, то это те же самые буквы, и можно прочитать «шивим». «Шивим» – это 70. Иными словами, 70 человек будут наниматься за работу, наниматься чернорабочими, чтобы получить деньги, которых будет хватать только на хлеб. О чем речь, о чем пророчество здесь Хана, о будущих пуримских событиях, которые произойдут вот как раз в нашу эпоху возрождения второго храма. И после того, как 10 сыновей Амана и еще несколько десятков тысяч амаликитян и их сторонников будут уничтожены евреями, все же Всевышний оставит 70 представителей, 70 сыновей, наверное, от наложниц, 70 сыновей Амана, которые разойдутся по всему миру. Всевышний сделает так, чтобы они разошлись по всему миру. И они будут, станут притчей во языце. То есть для людей... для практически всех народов мира, основных групп, эти люди всегда будут примером того, как они не скопали, как Всевышний опускает тех, кто принижает тех, кто выступает против евреев. Что все будут знать, что вот это сыновья Амана, вот это те потомки тех людей, которые когда-то подняли руку, занесли топор над всем народом Израиля. И всем будет это напоминание и назидание. И во время тех событий Аман был повешен на том же дереве, которое он, на той же виселице, которую он смастерил из бревна, длиной в 50 локтей, приблизительно 25 метров. И говорят там источники, что у Амана один из сыновей из тех 10, Паршандата, я не помню точно имя, могу ошибаться, он был наместником в некой стране, которая называется... значит, начание как Курдистан, Курдинайта. Есть разные интерпретации в разных источниках, но видно, что окончание было персидское или арамейское,
А в принципе, ты видишь слово, корень слова это кур. Мне показалось, что это Курдистан. Пусть это будет гипотеза, скажем, что гипотеза, да, но там что-то напоминает хорошо очень Курдистан. То есть там, где была гора Арарат, скажете вы сегодня, слушай, ты посмотри немножко, разбирайся в географии, да, и в истории народов мира. Курды живут сегодня в юго-восточной Турции, там миллионов семь их, основная группа, немало живет их в Иране, и также очень много в Ираке и на севере Ирака, и Сулеймания, кажется, их столица неофициальная, и на территории Сирии. Арарат находится на территории также Турции, но выше, чем современное распространение курдов. Это не проблема. В старые времена эта область могла иметь территорию гораздо большую, как, например, та же Великая Армения в свое время доходила до своего владения, распространялись вплоть до Ливана, до границ Святой Земли. И вот тот сын был, сын Амана, был наместником этой области, и как раз там, где находилась гора Арарат. Интересный, да, факт, что не путайте, не так важно, но ну, все же Арарат находится сегодня не на территории Армении, а на территории Турции, недалеко от Армении. И вот Всевышний сделал Симан, напоминание о том чуде, о потопе, о том катаклизме, который произошел с человечеством. И когда потоп, воды сошли его, потом прекратился, это Тейват Ноах, то есть ковчег Ноаха, он опустился на горе Арарат, и там он оставался многие сотни лет, и даже тысячи, и в напоминании людям о том чуде. И вот, поскольку сын Амана был в этих краях, он смог вытащить это бревно. Очевидно, что срубить такое дерево где-нибудь в другом месте, даже знаменитые ливанские кедры, наверное, не достигали таких размеров. Вот это уже я не знаю, надо было бы проверить. Просто интересно, хотя эта вещь не тураническая. Есть же такие вот фотографии, когда американские, североамериканские секвойи высотой там, я не знаю, сколько метров, да, сот метров, да, потому что внутри прорублен туннель и проходит дорога, и проезжает машина. Вот сколько там метров в диаметре, я даже не знаю. Да. Ну, очевидно, что такие деревья есть. Но, по-видимому, в этих краях это была немалая редкость. Поэтому Аман мог достать такое бревно только оттуда. И вот на этом бревне, на этой балке были повешены все его сыновья. И в напоминание, намек об этих событиях, не просто так вписан здесь, но находится в этих словах Дарьявыша. Смотрите, сейчас мы прочитали, второй раз нет необходимости прочитывать, но очевидно, что язык очень хариф, язык очень резкий, очень прочь оттуда. Вы и Татнай, и его приспешники не трогайте, еще и будете помогать им, будете платить все. Видно, что это не рука Дарьявыша, как мы уже множество раз упоминали. По левую руку от него, от царя Дарьявыша, который в 9 лет поднялся на престол, оказался на престоле после смерти его официального отца Ахашвироша. По левую руку сидела от него мама, царица Эстер. По правую руку от него сидел главный советник и фактически управляющий Персией Мордехай и два ультраортодоксальных еврея. И видно, что рука, чья-то рука папы, дедушки, дяди и мамы водила, держала руку сыночка, которым спустя 2 года после того, как он воцарился на престоле, и начертала, выводила вот эти вот красивые, необходимые для народа Израиля слова. И скажем мы теперь, получается, что Ахашвирош? Дарьявыш II, он же Артахшаста, он же Корыш. И напоминаю еще раз, важное правило, чтобы не путаться в текстах, даже наши профессоры современные путаются. Да, так, чтобы мы были умнее профессоров, правило нам это всегда, памятка это поможет. Артахшаста – это титул, общий титул всех царей, он может, всех императоров персидских, он может относиться, в принципе, и к Ахашвирошу, хотя не встречается в текстах такой титул по отношению к нему. А вот Корыш первый, он... Первый. Корыш был единственный, но Корыш был также Артахшастой. Вот с ним встречается этот термин. Теперь то же имя Корыш – это не имя собственное, а имя кошерного хорошего царя. И, соответственно, как первый Корыш издавал приказ о том, что издал декларацию, разрешающую евреям вернуться в
святую землю и начинать возрождение второго храма, поэтому он в какой-то, до какого-то момента был кошерным, хорошим царем по отношению к евреям и называется Кореш, и также и по отношению к Дарьявышу, второму сыну Эстер и Ахашвероша, часто встречается слово, термин Кореш, то есть кошерный царь. Но, несмотря на то, что он был евреем, аллахическим даже евреем, он все-таки ихмиц. Ихмиц буквально скис, испортился, и откуда мы это знаем? Здесь он произносит слова, что вот и будет, будут они приносить жертвоприношение для меня за царство. Спросите вы, или спрошу я, если кто не знает этого. Есть даже аллаха, что нужно молиться за благополучие власти царя, батюшки, если такой есть. Сегодня практически нигде в мире больше таких царей не существует, которые официально могут править страной, правят парламенты, правят какие-то органы, избранные в этой стране. Но как бы там ни было, есть такой иньян, есть такая обязанность даже наша молиться за власти. Я помню, когда я впервые пошел, не впервые, а начал ходить в синагогу, через какое-то время мне попался... календарь советских времен, где находится молитва московской синагоги, центральной хоральной синагоги, где сейчас раввинствует главный раввин Москвы рав Пинхас Гольдшмидт. Так вот, там в свое время был рав Шаевич, еще в советские времена, и даже разрешалось сделать урок. Конечно же, на уроках сидели агенты КГБ, и календари, которые там издавались, в них была молитва за власть. Значит, дай Бог, чтобы власть СССР, правительство СССР продолжало править и продолжало существовать. И дай Бог им долгие лета и благополучие. Вот у меня был знакомый, хороший сосед мой, тоже еврей. Я к нему как-то пришел и рассказал, что это увидел такой календарь. Ох, как он плохо себя начал, начал плеваться, начал кривить. Как это, как, что? Ну, хорошо, были вынуждены это делать, но описывать это как что-то такое забавное, интересное. Ух, плохо ему было от этого, видно. А на самом деле это аллаха, это закон. Мы должны молиться за власть. Почему? Понятно, что не все власти могут быть хорошие. Не дай бог, нацисты, еще какие-то другие в других странах. Но, в принципе, если есть какая-то страна, которая работает, в которой есть власть, в которой есть какой-то порядок минимальный, это хорошо, потому что от этого получают удовольствие и покровительство также и евреи, живущие там. Есть такая фраза наших мудрецов: «Люли ерат мелахим». «Иш этреэгу хаим блао». Сейчас я переведу. Если бы не страх перед властями, перед царями, перед властями, то каждый человек своего ближнего живьем бы проглотил, сожрал бы живьем. Вот буквально. То есть, если не будет порядка, если не будет полиции, если не будет каких-то, какого-то элементарного порядка в стране, будет хаос, и будет всем от этого плохо. Поэтому есть такая необходимость и обязанность молиться за какой-то порядок в какой-то стране. Опять же, если вернуться, для иллюстрации вернуться в Мегилат Эстер, есть простой вопрос, который задают. Если Мордехай, который знал Мордехай Бильшан, как его называют у нас в книге Эзры, то есть специалист в 70 лешонот, разбирался во всех практически языках мира, владел ими. И вот он смог раскусить, смог узнать о том, что двое евнухов, двое телохранителей задумали убить Ахашвероша, задумали убить царя. И почему они не остерегались? Потому что они были уверены, что никто не знает их наречие, их язык какой-то редкий. Они принадлежали к определенной какой-то небольшой группе народов. А Мордехай знал все языки, и он понял, и поэтому он рассказал властям. Спрашивает: подожди, СТР заберут скоро, да, или уже забрали. Ахашвирош не дает разрешения на строительство второго храма, не размораживать стройку.
Ахашверош устроил на третий год такой страшный пир, после которого, последствия которого нам чуть ли не стоили жизни всех евреев. Что же ты, пусть его убьют эти два евнуха. С тебя-то что? Не знал, промолчал. Да кто знает, что ты понимаешь этот язык? Кто знал, что ты слышал их речь? И объясняют комментаторы, кто его знает, будет ли новый царь лучше, чем этот. Есть какой-то порядок, есть какой-то... Этот царь или его представители, как Аман, устроили нам проблемы, мы их будем решать. Но стремиться уничтожить вот таким образом царя, это еще никто не давал на это права. Вот один из примеров. Теперь, в трактате Рош ха-Шана вопрос. В трактате Рош ха-Шана Дав Далет, 4 страница, лист 1, говорится о том, что перечисляется Артахшаста, он же Кореш, он же Дарьявеш II, среди нееврейских евреев, среди нееврейских царей, которые были, в принципе, царями плохими. Ну и задается вопрос, ну вот тебе на. Кроме того, мало того, что он еврей по маме, а по мнению Зора и по папе, Мордехай был, и папа. Мало того, что аллахический еврей, мало того, что император, который дал разрешение, подтвердил и отогнал всех негодяев от власти. Чего же его вдруг называете плохим? И вот мы видим, что он, в принципе, дописал от себя слова в своем послании, то есть там, где... Где-то он смог вырвать руку из-под руки Мордехая и мамы Эстер, и где-то он дописал от себя слова, что там будут приносить жертвы, в том числе и за меня, за мою власть, в благодарность мне. И здесь этим он показал, что он, в общем-то, заботился больше о себе, чем о евреях. И что его волновала только своя собственная власть. Ну, и это, в общем-то, нисайон, испытание, которое вряд ли кто-то из нас может представить себе, что это за испытание. То ли быть религиозным евреем в каком-то замкнутом гетто, или тайком соблюдать на персидском престоле, как мама и как дядя Мордехай, законы, кашрута и прочие алахот Торы. Или же быть императором великим и наслаждаться тем, что весь мир у твоих ног и... Понятно, что были советники и другие, кроме Мордехая, которые и склонили его сердце в сторону. И, как известно, он погиб, по мнению наших источников, от руки Македонского, Александра Македонского, который разгромил его империю, разгромил его войска и положил конец Персидской империи и персидским царям, положив начало эпохи греческого галута, греческого изгнания евреев. Продолжим. Стих 14. И старейшины иудеев строили и преуспевали, как предсказывал пророк Хагай Захария, Бар и До строили и возводили по воле Бога Израилева и по приказам Кореша и Дарьявеша и Артахшасты царя Параса. И окончили они этот храм к третьему дню месяца Адара, в год, что был шестым годом царствования царя Дарьявеша. И сыны Израилевы сообщили, священники, левиты и остальные сыны изгнания, с радостью совершили освящение этого храма Божьего и принесли в жертву при освящении этого храма Божьего 100 быков, 200 баранов, 400 ягнят. Сколько получается? 400, 100, 200, уже 700. А козлов для искупления грехов всего 14 ягня. Нет, всего Израиля 12 по числу. Да не 400 ягня. Простите. А козлов для искупления грехов всего Израиля 12 по числу колен Израилевых. И вновь остановимся для того, чтобы рассмотреть очень важный, интересный момент. Количество жертв. Радость от возведения храма, как она выглядела? Мы можем из книг, из стихов наших сравнить, из наших источников, даже не из комментаторов, а прямо перевести просто источники, которые, стихи, которые написаны в Танахе, для сравнения, сколько жертв было, количество жертв, какие это были жертвы, и какая радость, и какое состояние было, и какая реакция небес Всевышнего была на введение храма.
в действие храма, освящение храма. И так здесь сказано, что было 700 жертв, плюс 12 козлов для жертвы, грехоочистительной жертвы, которые были также принесены, всего 712 жертв. Давайте посмотрим, сколько было у царя Соломона и что происходило там. Для этого сначала прочтем 15, 16, 17 стихи, потому что в этих стихах заключается описание всего деяния, всего состояния, все, что происходило вокруг этой церемонии ввода в строй, запуска и освящения храма второго. «И окончили», мы вот прочитали 16 стих, «и сыны Израилевы, священники левиты, и остальные сыны изгнания принесли в жертву». Количество жертв перечислили. «И поставили священников по отделам их и левитов по сменам их на службу Богу в Иерусалиме». Как написано в книге Моше. «Совершили сыны Израиля изгнание, жертвоприношение пасхальное в 14-й день первого месяца». Вот что, например, сказано в Торе. На будущее, когда будет освящаться Мишкан. Глава Шмини, Вайкра, 9 глава, 23-24 стихи. «И вошли Моше и Аарон в шатер откровения, а выйдя, благословили народ, и явилась слава Бога всему народу». То есть было что-то, что было какое-то ощущение или даже видимость материального присутствия Всевышнего. Дым наполнил какой-то, облако какое-то снизошло. Вышло оттуда что-то, что люди могли это чувствовать, ощущать и видеть. «И вышел огонь от Бога, и сжег на жертвеннике всесожжение и жир. А как увидел этот народ, возликовал он и пал ниц». Это Хумаш. Мелахим, первый храм. Миткадмим. Первая часть книги царей, 8 глава, стих 5. «И царь Шломо и вся община Израилева, собравшись к нему, была с ним перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно было исчислить и перечислить из множества их». В одном из источников я выписал. Сколько жертвоприношений было во время освящения первого храма? Сто сорок две тысячи различных жертв. Вы вообще представьте, какая разница? 717 жертв и 142 тысячи за 7 дней, пока праздновали, пока готовились ко всему этому. Но вокруг всей этой церемонии, вокруг всей этой радости 142 тысячи животных. Бакар, цон, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, всего. В той же главе царей, первая часть, 8 глава, стих 10. «И было, когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении из-за облака, ибо наполнила слава Господня дом Господень». Шхина Всевышнего, присутствие Всевышнего наполнило собой, Всевышний наполнил собой храм, наполнил, дал людям ощутить его, ощутить духовность, ощутить шхину до такой степени, что она их выталкивала, то есть нельзя было там находиться. Дым этот, или что-то, это облако. Густое облако, оно не давало возможность людям присутствовать там, и они были вынуждены выйти, находиться снаружи. То есть это было ощущение воочию, это была радость, ликование. И давайте еще посмотрим последний источник Диврей Ямим. Эти же события, которые описаны в книге Мелахим, празднование освящения первого храма, другими словами описаны. Диврей Ямим, как известно, это краткое содержание всего Танаха, иногда отличающееся несколько от сказанного в книге царей Шмуэля или Шофтим. Как 7 глава, Диврей Ямим, 2 часть, 7 глава, самое начало. «Когда закончил Шломо молиться, то огонь сошел с неба
и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что наполнила слава Господа, Господня, дом Господень. И все сыны Израиля, увидев, как огонь и слава Господа спустилась на дом, пали ниц на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовеки милость Его. Вот что происходило в те далекие великие времена, и что происходило также в далекие по отношению к нам и великие времена, но времена второго храма, которые очень сильно отличались от и по количеству жертв, очевидно, из-за бедности евреев, и даже если эти жертвы, и пусть они были оплачены государством, но, наверное, у казны тоже были какие-то границы, или были ограничения на то, сколько можно просить, сколько, то есть минимум необходимый. И ликования мы не видим, особой радости мы не видим. Очевидно, была радость, но евреи понимали. Все это происходило, потому что евреи понимали, что второй храм, он будет храм временный, храм, который имел потенциал стать вечным, стать последним, но оказалось, что он стал промежуточным храмом, и уже на тот момент евреи это понимали, лидеры народа Израиля, и поэтому знали, что радости такой не видать. Огня и чудес, которые спустятся с небес и пожрет жертвы на жертвеннике, им тоже не видать, и никакой шхины там не было. Не было в таком проявлении, в таком, когда люди видели это воочию, все было иначе. Еще один момент. 12 жертв, которые упоминаются здесь. Мы сказали, что было 400 жертв, 200 и 100 различных животных, а также еще и козлов греха, очистительные жертвы за все 12 колен. Что это такое? Здесь мудрецы наши комментаторы обращают внимание на то, что произошло событие, которое оценивается как ситуация неординарная, как ора-ча-а, то есть указание времени. Очевидно, что пророкам было сказано, что так можно сделать и так нужно сделать, и поэтому лидеры и коины, все, кто там был, они принесли эти 12 жертв. В чем была проблема? Есть в законах храма, в алахот псулей мукдошим, Говорит Рамбам такую вещь. 4 глава, 1 Аллаха. Если человек, например, решил принести грехоочистительную жертву, хатат, но произошло какое-то событие, которое помешало ему выполнить все как положено. Не все прошло гладко. Например, это была самка, овечка, которую он хотел принести в жертву. Она в тот момент, когда он осветил ее, посвятил ее в жертву, выделил ее для жертвы, даже в мысли, с этого момента ей нельзя пользоваться. Нельзя ее перепродать кому-то, нельзя передумать, оставить для себя. Она с этого момента обладает святостью, и ее можно только принести в жертву или... Вот, например, она родила, она была беременна в этот момент. И вот после этого родился ягненок. Что будет с ягненком? Ведь ты же обещал, что только... То есть статус жертвы грехоочистительной возлагается только, схватывается только на этой овечке. А у нее есть теперь еще и потомство. Оно также обладает святостью, но ты его не можешь принести на жертвеннике. Что с ним нужно сделать? И тут Рамбам говорит, это не просто Рамбам, а это Рамбам нам как бы приводит законы, которые истекают из устной Торы. Рамбам говорит, ее нужно закрыть в каком-то помещении, и там оно, убить его нельзя, продать его нельзя, выкупить нельзя, оно должно просто там сдохнуть. Оставим вопрос, это не наша тема. Цар Балейхаим, причинение страданий животному. Но вот такое решение по отношению к такой ситуации. А что было, а что будет, если
Она убежала, эта овечка или баран. Он убежал. Человек взял, принес другую грехоочистительную жертву вместо этой жертвы. А через какое-то время ее находят. Человеку уже иткапер, человеку, тот, который принес эту жертву, ему уже его грех должен быть прощен. Или каким-то образом, ну, в общем, что-то там произошло с его грехом. А что с этой жертвой теперь делать? Тот же закон. Закрываем, и должно сдохнуть. Это животное само по себе. А что будет, если хозяин умер? Пока что он собирался, но ведь не успел. Собирался искупить грех свой, но не успел. Жертва существует, жертва освящена, с ней ничего нельзя сделать. Но хозяин, с другой стороны, вот она перед нами, она не убежала. Мы можем ее принести в жертву, но это только хозяин может сделать. И она, как говорится, уже не может исполнить свою функцию. Что с ней тогда делать? Тоже закон. И получается, что если что, допустим, за старые грехи, которые были не искуплены, если того человека нету, то мы сегодня не можем искупить его грех, принеся за него грехоочистительную жертву. И тогда спрашивает комментатор. Если здесь эти 12 баранов были принесены от 12 колен, за грехи тех 12 колен, за грехи всего, то есть всего народа Израиля, во времена первого храма, из-за чего первый храм был разрушен, и все ушли в изгнание, а их сегодня нет перед нами, сыновья их, вот, пожалуйста, вот многие из них, кошерные евреи, остались кошерными евреями, уже не грешат, и вернулись сюда, в Эрец-Исраэль, чтобы восстановить новую жизнь, восстановить второй храм, возвести второй храм и создать новую, хорошую, кошерную жизнь, может быть, лучше, чем которая была, с надеждой, что она будет лучше, без грехов, как было в эпоху первого храма, так какое имеете вы отношение к тем людям, кроме того, что вы просто потомки их? Но вы к их грехам не имеете отношения. Помните, мы приводили примеры, как Всевышний, по мнению одного из Танаим, кажется, Шмуэля, даже Ивкия лишь, как бы, вывел евреев, которые ушли в изгнание в Персию и которые начали восхищаться страной, которую дали им местные цари, не сказали, эта земля как наша земля, и в этом уже был грех, как святая земля. По количеству воды, по количеству сочных лугов с травой, хорошей для скота, природа, ископаемые, в общем, условия для жизни. Так они смотрели на это. Это уже был грех. Но другие, которые достигли других каких-то районов, которые еще лучше были, они сказали, эта земля лучше, чем святая земля вдвое. Говорят, что Всевышний за это лишил их обладание понятием еврейства. Да, как бы, даже мы не можем понять это. Как мы... Евреям нельзя перестать стать. Еврей не может не быть евреем, если он родился таким. И даже гер, который прошел гиюр, да, и стал евреем, он не может теперь передумать, да, и мне уже не так нравится, я вижу, я ошибся, да, и теперь вернуться к прежнему состоянию. Но вот один раз такое было, один раз такой случай был. Но, говорят комментаторы, да, ну, все равно по отношению к их детям, а дети остались евреями, потому что мы знаем, что 12 колен, ух, как мы подробно разбирали эту тему, да, много уроков уже назад. Они вернулись, занимались их поиском, занимались их вычислением, где, кто они, как, сколько их было. Но были точно. Так какое отношение мы имеем к грехам первого храма? Как вы приносите сейчас жертвы? И тот же Рамбам отвечает на этот вопрос. Рамбам говорит, все, что мы говорили о ягненке, который родился, у овечки, о... Овечка, которая, или баран, который сбежал, а потом был найден, а вместо него уже принесли другую жертву. Или же тмура это называется, да, замена. Была принесена замена, а вот осталось уже, что с ним делать. Или же, если сам хозяин умер, мы ничего не можем с этим сделать. Овечку закрываем. К сожалению, пусть она умрет с голоду или от жажды. А что здесь? Что здесь? Он говорит, это касается единичного, отдельного человека, отдельного объекта, отдельного. Теперь же, что касается общины, что касается общества, что касается целого народа Израиля, народ Израиля, кейла афпам ло мета, так пишет красиво Рамбам. Община, она бессмертна. Общество,
народ, он бессмертен. То есть, если есть народ, который является потомками народа, народ Израиля, который однозначно является потомками того народа Израиля, который был в эпоху первого храма, мы имеем к ним определенное, очень определенное отношение. Мы являемся их частью, и мы можем искупить их грехи и принести сегодня жертву за их грехи. Та жертва, которую они должны были принести или собрались принести, но не успели, потому что были уничтожены, изгнаны, храм был разрушен. И сегодня мы, их потомки, можем исправить то, что они сделали. Здесь 12 жертв, которые приносят наши лидеры народа Израиля, коины во втором храме. И также Эзра, когда мы дойдем туда, сейчас не будем туда уже заглядывать, когда Эзра вернется спустя 23 года после тех событий, после декларации Кореша, знаменательной для нас, о разрешении возвращения евреев в Святую Землю и начала эпохи, которую называют Шиват Цион, возвращение в Сион. Эзра оставался там, пусть и руководил всем, запускал все процессы и дергал за все ниточки, управляя всем, что происходило и там, в Персии, и здесь, в Эрец-Исраэль. Сам он не мог, по причинам, которые также мы подробно объясняли. И только спустя 23 года он приходит уже в отстроенный храм, несколько лет после того, как второй храм уже введен в действие, второй храм освящен, и он полностью функционирует, в нем приносят жертвы, в нем еще нет храмовых стен, еще нет то, что вещь, которая будет, о которой мы говорили и будем говорить больше в книге Нехемии, Бейзрат Ашем. И вот Эзра, придя в Святую Землю, он также приносит 12 жертв. Точно такой же талих, процесс, как и был во время освящения первого храма, второго храма. Прошу прощения. И если сыны... Давайте закончим шестую главу. И если... Извините. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из изгнания, и все отошедшие от скверны народов земли, и присоединившиеся к ним, чтобы искать Господа, Бога Израилева, и праздновали они с радостью праздник Мацы, семь дней, или о Сукоте, о Песахе, все. Все жертвы, как положено, по порядку, и обратился, и праздновали они с радостью праздник Мацы семь дней, ибо обрадовал их Господь, и обратил к ним сердце царя Ашурского, чтобы укрепить руки их в работе над храмом Божьим, Бога Израилева. Аткан Перек Вав. До этих пор шестая глава, у нас еще есть немного времени, давайте сделаем задел в седьмой главе. А после этих событий в царствовании Артахшасты, царя Параса, Эзры, бен Срая, бен Азарья, бен Хилькия, бен Шалум, бен Садок, бен Ахитув, бен Амарья, бен Азарья, бен Мериот, бен Захарья, бен Узи, бен Буки, бен Авишуа, бен Пинхас, бен Элазар, бен Аарон, первосвященник, поднялся этот Эзра из Бавела. А вот и пришло его время. По-видимому, Борух бен Нерия, его ученик, его учитель Торы, умер к тому моменту, а Эзра именно из-за этого не остался, не смог подняться со Зрубавелем и возглавить ту великую эпоху, ту великую группу авангарда еврейского, который вернулся в Эрец-Исраэль. И он оставался там, в Эрец-Исраэль, чтобы у престарелого Борух бен Нерия учить Тору. По крохам собирать все, что он получил от своего учителя, великого пророка. А был он, Эзра, стих 6 посередине, писцом, мудрецом, сведущим в Торе Моше, который дал Господь Бог Израилев, и выполнял царь все его просьбы, так как была с ним сила Господа Бога его. И сегодня на этом мы остановимся, потому что нам нужно будет разобрать очень большую тему по поводу Эзры, его личности. О нем мы говорили немного до этих пор. Также мы поговорим на следующем нашем уроке о втором храме и о его недостатках. Пять вещей, говорят наши мудрецы, не было во втором храме. Подробно опишем все эти вещи. И Безрат Ашем. Все это через неделю. До свидания.
До новых встреч. Спасибо за внимание.